сначала близкий, а после в черном списке. Ты нас зовешь, этот поступок просто детским садом. Ты так обычно говоришь, когда что-то не так. Я так обычно поступаю, когда нам надо. Да я плохой, да грубиян, во мне куча изъянов. Я тебе сам все говорил, вместе нельзя быть. Да из простой семьи пацан, но простые парни простых путей не выйдут.